Господи боже, и что мне с этим делать? Леон, беги оттуда! Ёб твою мать. Ох, ребята, всем привет. Не знаю, насколько я здесь в безопасности или нет. За мной идет Титан. Так, звук есть. Он меня достал. Он не дает мне выйти, он ничего мне не дает. Я посмотрела, как найти парковку. Оказывается, я туповат в плане, что не туда бегу вообще. Совершенно. Так, вот это вот давайте пока сохраним. Флешка пусть с нами. Это пусть с нами. Короче, пойдемте обратно с вами наверх. Через душевую тогда вернемся назад. Нам нужно с вами к полицейскому участку. Это что? Тут лизуны, что ли, бегают? Мне главное, чтобы сейчас вот этого здесь дятла не было, где лизуны, а то это будет вообще капец. Он меня тут так достал, если честно. Спокойно, мы уже с лизунами научились обходиться. Главное не бежать и не паниковать. Тихонечко идешь. Так, друга здесь нашего вроде бы как нет. Или есть? Короче, нам нужно с вами на первый этаж. Погнали. Ох, этот Титан, конечно. Подожди, это не первый этаж. Ля, ну ёб твою мать, ну ты затрахал меня, ну отыбись, пожалуйста. Пожалуйста, отыбись. Вот же ты душная скотина. Где он? Ну иди сюда, скотина, я тебя вижу. Давай, иди сюда, парень. Так, бежим. Ничего, ребят, мы справимся. Все будет хорошо. У нас все получится. Здесь еще, блин, этот Марвин, говна кусок. Да, Лень, ну ёпты, что ты делаешь-то? Давай потыкаемся еще. Тут и так у нас проблемы не в поворот. Ты там тычешься об столбики, обтираешься. Не надо мне вот этого, пожалуйста. Просто давай отсюда уйдем. Вот сюда нам нужно, в это самое восточное крыло. Вот, где-то здесь, короче, какая-то, ёб твою мать, дверь. Я вообще в душе не трахаю, что за дверь. Приблизительно помню. Отстань, шмара, пошла нахер. Иди. В очко, тварь. Так, где-то дверь какая-то здесь. Нет, не сюда. Короче, вот помните, узкая такая дверь тут где-то. Я не помню, где она. О, боже. Может, где-то здесь? Да. Все. Вот она, вот эта дверь. Не забывайте поддерживать меня лайком. Подписываться на каналчик, поддерживать вот это все, а то мне страшно. Все, наконец-то. Господи, помилуй. Блин, да твою ж мать. Пришли, наконец-таки. Спускаемся с вами вниз. Все, мы с вами на санной парковке. Я не знаю, будут ли здесь сейчас собаки вот эти вот, отспавнились или не отспавнились. Будет ли за нами ходить этот дятел, не будет ли он за нами ходить. Короче, не знаю, но вроде бы как, мы с вами на сучьей, мать ее, парковке. Так что все, поздравьте меня. Тин здесь нет. Все, пошлите сейчас, сохранимся от греха подальше. Блядь, Лёня, лезь, твою мать, извините, я что-то испугалась, ё-моё. Ой, мне по нос так золотуха. Кобздец. Хо-хо, там собачки, какие добрые собачки, а давай заведем собачку. И что мне делать с этой собачкой? А? Собачки, ёб твою мать. А?
Давай, сучка. Ой. Ну, допустим. Где ты, сучка? Все? Контрольный. Контрольный. И подруги вашей. Ой, блин. Ну, хорошо. С этим справились. Ой, блин. Я не могу, это очень страшно. Очень страшная игра. Я что-то ни в одной части резидента так не бздела, как сейчас. Тут честно. Так, использовать. Еще раз давайте сохраняться, потому что хрен там знает, что будет дальше. И идем, получается, включать с вами свет. Вроде бы как. У нас есть одна граната, в принципе. Так что, если что, мы там с пацанами что-нибудь сделаем. Все, собаки все сдохли. Мы сохранились. Полицейское говно. Вот где было вот полицейское говно? Вот здесь, по-моему, в изоляторе, да, оно было? Так, панель управления электронными дверями, да. Вот, нам с вами сюда. Надеюсь, здесь нашего титана не будет. Все, да, вот они мы. Добрый вечер, я диспетчер, как дела? Блин, на самом деле это все очень печально. В плане то, что... Тут вот куча пацанов. И они все сейчас как залупятся на меня. Придется кидать гранату, я так думаю. Свалить бы уже отсюда. Так, значит, использовать. Использовать. Теперь мне нужно что-то соединить. Элементы питания. С вот этой, да, штукой. Так. Ну, я так понимаю, что это, наверное, должно быть как-то... Ну, примерно. Все, да? Все три у меня запитаны. Да, я так понимаю, что все. И теперь где-то же здесь была вот эта вот кнопка. Так, брат, давай-ка мы с тобой вот так сделаем. Красиво. Чтоб ты просто вот... Так, я об этом пожалею. Но мы как бы сохранились, поэтому давайте прочувствуем всю боль. Чё, не работает? Да ладно. Вроде бы так же схема, нет? А, вот так. Все, чтобы она была... Так, ну капздец. Брат, что у тебя тут за записка? Записка Бена. Участок кишит чудовищами. Даже сюда доносятся их вопли, но пугают меня не зомби. Проект под кодовым названием Тиран... А, Тиран, не Титан. Совершенно биологическое оружие, которое эти ублюдки создавали в строжайшей секретности. Как представляю себе, что тварь бродит где-то здесь. Не удивлюсь ли они приказали своему творению избавиться от свидетелей? Вполне. Не себе. Так, брат, я заберу с тебя... Что это? Но это не объясняет слухи о приюте. Его спонсирует Umbrella. Какое интересное совпадение. Ты сказал, что это интервью о новом гранте Umbrella. Брось, Аннет. Всем на него плевать. Им нужна информация о Г-вирусе. И откуда ты о нем знаешь? Сраной выгребной яме под улицами города. Кстати, по слухам, она связана с вашей подземной лабораторией. Лабораторией? Ну что, расскажешь, что им? Интервью окончено. Опять я сейчас полезу в какие-то лаборатории. Стенограмма интервью. Спасибо. У меня есть карточка парковочная.
Так, сбегите с парковки. Если они сейчас сюда пойдут, я им кину гранату просто. Сейчас кинула. Я вообще четко кинула. Однако пошла нахер шлюха. Да вы чё? Вы чё охерели-то вдвоём-то? Беги! Инвалид! Лоси гнут! Спасибо, блядь! А ты-то хуй вышел, ёбаншки ворог! А кто об этом знал? Чё-то сейчас так будет. Великолепно. Великолепно. И с какого момента? Спасибо. Give me a break. Лёнь. Да иди в жопу, мразь! Лёнь, давай! Лёнь, шевели булкой! Иди, твою! Только не говори, что мы сейчас будем драться! Не надо, пожалуйста, не надо! Ада, пожалуйста, не трогай меня! О, спасибо, Ада! Ада меня спасла! Господи, какая прекрасная женщина! Вот где ты раньше-то была? Но он не сдох. Он не сдох вообще ни разу. Ада, не начинает надоедать. Второй раз подряд спасает твою задницу. А ты что, читаешь? Слушай, это не игра. Да ты что? Здесь под землей ничего не умирает навсегда. И чё? Я так понимаю, у тебя есть ключ? Да, вот. Я надеюсь, ты сможешь объяснить мне, о чем здесь говорится. Возможно. Мне нужно ее послушать. Давай выбираться отсюда. Фух, как хорошо, что она спасла мою жопу. Я уже думал, все, приехали. Так, открываем. Вставляем карточки. Выберись из полицейского участка. Наконец-то. Наконец-то. Уходим отсюда. Лёнь, ну мог бы так же элегантно, как Ада, прогнуться бы. Так. Меня вообще покусали? Нет, ну, в принципе, нормально вообще. Адюль, подожди со мной. Можно я с тобой? Подожди, я хочу с тобой. Она реально её слушает, эту кассету. Ничего себе, какая деловая женщина. Прям напряжение на перделе в этой серии было. И в прошлой, блин. О, хоть воздухом подышим. Эту информацию ты искал? К сожалению, нет. Бен меня подвел. Тогда что конкретно тебе нужно? Больше сведений о тех, кто заварил эту кашу. А что насчет тебя? Хочешь спасти мир? Я сказал Бреннагу, что приведу помощь. Что ж, удачи. Спасибо.
Но я помню, что здесь сейчас будет какая-то подземная лаборатория или типа того. Что кончится все в лаборатории. А, да. Там куда с тобой? Тупик. Похоже, нам придется пройти через магазин оружия. Но тут же будет сейчас оружие, я надеюсь. А тут закрыто. Слышь, откроешь, может быть? С ноги. Ой, как элегантная женщина решила заняться взломом. Спасибо, моя хорошая. Моя ты девочка. Спасибо. Ну и бардак. Да. Сейчас мы тут что-нибудь себе возьмем. Может, обрезик давай. Вот длинный ствол. Я так понимаю, что его можно объединить с вот этим. Вот, у нас будет длинный обрез. С четырьмя патронами сразу. Тут надо вот прям сейчас все брать, потому что хрен там знает, что там будет дальше. Понимаешь? Так, записка. Письмо владельцу магазина. Простите, письмо, оставленное Джилл. Кендо, похоже, у тебя есть свои причины, чтобы остаться. Я верю, что ты сам сможешь о себе позаботиться. Если ситуация ухудшится, и у тебя не выйдет придумать что-то еще, ты знаешь, где мне найти. Сделаю все, что смогу. Джилл Валентайн. О, ничего себе. Ну, тут прям все наши герои собрались. Так. Че он там сидит? Опа. Стоять. Я не причиню ему вреда, но стоять. Просто проходил мимо. Пожалуйста, опустите оружие. Не дождешься. Сейчас ты развернешься и уйдешь туда, откуда явился. Думаю, вашей дочери нужна помощь, сэр. Не указывай мне, как обращаться с дочерью. Бросай. Нет, стой! Отойди, надо прикончить ее, пока она не стала монстром. Прикончить? Черт, это же моя дочь. Ада, оставь их. Да она его сейчас сожжет. Эмма! Дорогая, я же просил ждать там. Это уже не Эмма. Папа. Да, Эмми, папа с тобой. Я здесь, слышишь? Сейчас она его сожрет. Эти чертовы твари снаружи, смотри, что они с нами сделали. Ты коп. Ты должен что-то знать. Почему это случилось, а? Она была нашим ангелочком. Мама? Мама спит, милая, слышишь? И тебе тоже пора в кроватку. Эмма? Нормальное у него дитё. Уйдите. Просто оставьте нас одних. Она тебя сожрёт, дядь. Ладно. Одно дело скрывать правду от меня. Но от него-то зачем? Я хочу понять, что тут творится. И остановить того, кто за этим стоит. Помогать людям вроде него. Для этого я пошел в полицию. Моя задача — сорвать все планы Амбрелла. Мы можем погибнуть. Если это нужно для спасения города, я с тобой. Ну, что ж, считаем, давно пора уже это как бы жениться. Ади с Леончиком, у них все так чинно, починно, благородно. Так, что с тобой делать-то будем? Дальше идем. Что, будем к нему заходить? Слышал об Umbrella? Это фармацевтическая компания, которая тайно занимается чем-то. У них есть вирус, он обращает людей в чудовищ. Теперь понятно, что это были за существа. Да. Мы как бы знали про Т-вирус. И вот это все. Поэтому нас уже так просто не удивить.
Поэтому я ищу Аннет Биркин. Это она выпустила вирус Амбрелла на свободу. Я должна ликвидировать ее. О, канализации. Как я люблю канализации в резиденте. Просто такая вкусняшечка. Вкусненькая. 100 лет бы туда не лезла. А меня поймаешь? Тут хотя бы сухо. Это наш путь к Аннет. Канализация хорошо вписывается во все, что ты мне рассказала. Хорошо сказано. После тебя. Ну, спасибо. Блин, я и так тут настрадался в канализациях. Всегда за всех. Почему я опять впереди? Так, давай возьмем дробовик. Там 4 патрона нам халявных дали. И какой настоящий ученый сюда полезет? Согласно штабу, этот путь приведет нас прямо к секретному комплексу Амбрелла. Да не может быть. Канализацию обслужит город. Как им удалось построить комплекс без ведома властей? Добро пожаловать в корпоративную Америку. Амбрелла контролирует Ракун-Сити. Вот так вот. Город енотов подвергся тотальному внедрению секретной лаборатории под землей. Но пока вроде бы безобидненько. Боже, это землетрясение? Очень надеюсь, что да. А, мне кажется, это наш дружочек. Ух ты ж, ёпта же, какого хера? Будь настороже. Кто знает, что там прячется? Это какой-то крокодил был. Куда идти дальше? А, да. А. О, тут можно сохраниться. Спасибо. Мое 30 какое-то там сохранение. О, а нам нужно что-то выложить с вами? Да, в принципе, наверное, нет. Пока все хорошо. Крокодил, дил, дил. Ты идешь? А, да. Ты вроде бы со мной гуляла. Ты чё ты стоишь? Пошли. Ты чё, тут решила остаться? Пошли. Тоже мне, блин, подружка. Спасибо. Все, ладно, если что, она мне жопу прикроет. Пойдемте. Завел, блин, себе подругу, а она цыкует идти вперед. Угу. Идешь? Правильно, давай. Опачки, патрончики. Это хорошо. Нам надо все сейчас брать, потому что непонятно, какой у нас будет враг. Что нам тут вообще ждать? Сколько тут будет дерьма и какое оно будет? Очевидно, гигантские крокодилы. Опять? Леон, еще не поздно повернуть назад? Вот еще. Я с тобой до конца. Да ладно, че, я не трус. Я не боюсь. Вот здесь только боюсь. Прыгай мне на лицо. Уверена, что нам сюда? К сожалению. Жди здесь. Ну почему? Ну зачем ты геройствуешь? Ну надо, чтобы она тоже спрыгнула. Она там крутой суперагент, она бы все сделала. Лёня. Господи боже, и что мне с этим делать? Леон, беги оттуда! Ёб твою мать! Ёб твою мать! Твою же! Леня! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Какого хера крокодилы гигантские? Мне не надо! Ой-ой-ой! Тихо, тише, тише, спокойно! Ёб твою мать! Лень, куда-нибудь! Ой, кошмар! Нажри, переросток долбанный. Я б лучше б так его не злила. Ну, здрасте. Я теперь опять один остался, да? Потерялся тут. Еще и в какой-то га... О! Блестяшка. Леон, сюда. Спасибо, подружка. Что это было? Забирайся, давай. Ну, давай. Фу, это было мерзко.
Я крокодайла. А я тебя предупреждала. Ты сказала, что вирус превращает людей в чудовищ. Людей, а не рептилий. А, верно подмечено. Я просто удивлена, что ты еще жив. Я живучий гад. Ты в этом могла убедиться в других сериях, кстати, о птичках. Поехали, женщина. Будешь дальше мне рассказывать свои сказки? Ну чё, сама лифт нажимай. Дверки закрывай. Так давай-ка на кое-что проясним. Амбрелла продает подобных чудовищ кому? Военным? Или кому-то еще? Они не продают чудовищ. Они продают вирус, который их создает. А за разработку вируса отвечает Аннет. Этот аллигатор очень опасен. Но Аннет куда опаснее. Поразвели, блин, тут идиотов всяких. А мне вот это вот ваше говно, ходи разгребай. Я ж буду этим заниматься. Не ты там, не кто-то там, не дядя Петя, не дядя Степа. Ну, сохраняемся, раз есть такая возможность. Явно Уильям руку приложил. Назовите себя. Аннет Биркин. Это ее мы ищем? Времени мало. Нужно избавиться от этого. Мы здесь ради Г-вируса. Ничего не выйдет. Не мешайте, доктор. Или что? Стой! Ай! Меня из-за тебя ранили, овца. Вы никогда не получите Г-вирус. Почему Г-вирус? Ты же не ожидала такого от ученого. Леон, оставь меня, иди. Оставь, пока... Останови ее, пока она не сбежала. Я тут полежу, да? Давай, давай, иди. Оставь меня здесь одного, брось меня. Я у здания фабрики. Преследую Аннет. Раз у нее его нет, цель в гнезде. Получим медальон и запрошу эвакуацию. О! Беги, беги, Аннет. Но тебе не спрятаться. Ой, а что это, играю за теперь за нее? Ля, ну нормально, чё. Визуализатор МП. Найти провода и взломать электронное оборудование. Ой. Сейчас как вылить? Вот и все. А я могу на зомби так это как-то? Ну а что, я иду за тобой. Бегу в своем очень удобном платьишке. Фу, тараканы, переростки. Нормально они тут мутируют. Лучше отойти подальше. Тараканы вам хана. Ладно, тараканы выжили еще каким-то макаром. Опа, смотри-ка. Жмурик. Блин, я же Ада Вонг. У него уже лицо превратилось в кашку, малашку. Кашку-какашку. А он все еще бежит.
Так, сентябрьский осмотр. Направил запрос на прошлой неделе, но нам просто необходимо получить ID-браслет как можно скорее. Без него нам не добраться до некоторых участков комплекса. Короче, моя команда до сих пор не доступа к месту проведения работ, так что пусть кто-нибудь только попробует обвинить нас в том, что мы задерживаем сроки. Вообще могла бы его, по идее, оббежать. Не тратить патроны, но... И что делать? Ну. Ля, ну ты бесполезная. Кусок говна ты тогда. И что делать? Визуализатор доставать? Да. Ну буду ходить с визуализатором. Всех пугать. Не, ну это тупо. Сейчас еще давайте будет босс. Нам же так тут не хватало боссов. Класс. Ага. В твоей, да, стороне? Ну, вроде как сдох. Но все патроны на вот это вот, конечно, потратить. Но это трындец. Меня, конечно, извините. Блин. Здесь так много шмаромоек всяких. О, бля, давай. Так, ну допустим. Ну допустим. Ой, боже. Все патроны. А я смогу как-то? Да. Беда. О, тёлка попалась. Будет она там такая деловая. А я когда поеду в Египет? Она так еще спокойненько ходит. Лёню мне моего поранила. И пошла. И чё? Ой, там дружок идет. Ё-моё. Слышь? Братан. Подожди. Что мне делать? Кобздец. И чё? Как быть? А-а-а, добрый вечер, я диспетчер.
Это нечестно. Быстрее, 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 быстрее. Ой, боже. Он за мной не пойдет сейчас? Этот хер вонючий. Он теперь и здесь. Вот мне в жизни геморроя не хватало. Патронов не... А, ну ладно, 10 штук есть. Спасибо. Что ж, давайте на этой нотке тогда сохранимся. Стало сложно и совсем непросто, но мы будем стараться. Так что держите за меня кулачки, надеюсь, что все получится. Мы с вами скоро увидимся, до новых встреч и пока-пока. Надеюсь, что серия вам понравилась.